Магистраль объединит дорожной сетью ряд населенных пунктов. Вместо 1200 километров дорога от Абакана до Бийска составит чуть более 400. Строительство магистрали включили в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Этот проект для нас очень важен, потому что к этому проекту подвязываются другие. Это развитие туризма в нашей республике, это перевозка продукции агропромышленного комплекса, потому что строительство данной дороги, во-первых, сократит транспортное плечо, а во-вторых, сэкономит издержки, их будет достаточно меньше, буквально до 14%. Для Хакасии строительство магистрали переоценить сложно. Заинтересованы в нем и соседние регионы. Новая дорога сократит стоимость автомобильных перевозок не только внутри страны, но и до Монголии и Китая. В этом направлении специалистами республиканских профильных ведомств уже проведена большая работа. Напомним, в июне Хакасия подписала соглашение с Кемеровской областью, Алтайским краем, Республикой Алтай и Республикой Тыва о сотрудничестве. Оно будет заключаться в формировании транспортного коридора. Кроме того, часть проектно-сметной документации уже готова. Республика рассчитывает в рамках реализации проекта «Енисейская Сибирь» в 2020 году получить финансирование, чтобы начать строительство. Его стоимость – более 17 миллиардов рублей на первоначальном этапе реализации. Строительство будет вестись на 95% за счет федерального бюджета.